году впервые в Петербурге проходит неделя классических яхт. К нам пришла лодка из Америки, из Швеции и из Финляндии. Русская неделя классических яхт в будущем будет объединять всех классиков, которые мы рассчитываем каждый год будут собираться в нашем клубе, в нашем порту. В следующем году будет три парусных недели в Стокгольме, Хельсинки и Петербурге. Открытие регаты! Восьмичатый яхт! Все, что у нас на борту! Яхта «Триумф»! Пять корабликов бумажных, пять надутых парусов. Ла-да-дам, та-да-дам-дам, та-да-дам-дам. На меня надвигаются парики битвы, навигация на реке ледоход, пароход белый, беленький, дым над красной трубой. Целовались с тобой. Пароход белый, беленький, дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой.